Вообще ужас. Вот ступеньки вот в городской парк, в центральный парк. И вот на тебе. Что-то наблюдаем. Ведь тоже ведь споткнутся люди. Разве можно в таком состоянии держать все? Хотя уже народ. Тем более скоро. В парке уже. Полно. Ну да, день города скоро. И наблюдаем такую картину. Еще бы кто бы тут спотыкнулся бы об эти ступеньки. Молодцы. Что еще сказать? Ничего. Ладно. Дальше пойдем. Итак, наблюдаем. Здесь в парке фонтан практически не работает. Почему не работает, не знаю. Кого спросить. Вот, хотя уже жара. Уже такая стоит буквальная. Не говоря уже, что у универмага центрального нет фонтана до сих пор. Так его еще здесь нет. Не включенный никаким образом. Всякое попустительство властей. Также смотрим парка. То даже здесь ничего буквально не происходит. Что тут удивляет? Удивляет такое, что безнравственность какая. Елки-палки. Никому нет дела. Это только нам, патриотам, приходится здесь вот это все на камеру говорить и выставлять определенно опять в интернет. Вот и все. Вот об этом случае. Это просто-напросто хулиганское отношение к городу, к парку, к общественным всем местам, где должны быть уже фонтаны включены или здесь и нет. Их нет. Буквальным образом не включено. Ничего. Все. Вот лошадки гуляют. Лошадки гуляют. О, травку щиплют. Вот. Вот они. Прогуливаются. О, хорошенькие. О, молодцы. Ешьте, ешьте, сил набирайте. Травка ранее полезная. О, еще одна гуляет. Лошадка. Еще одна гуляет. Лошадочка. Подойдем поближе. Подойдем поближе. О, гуляет. Тоже травку щиплет. О. Сегодня мы решили посетить наш городской парк тоже. Вот, поглядеть, понаблюдать, что тут изменилось, что не изменилось. Прошлый год мы выставляли ролик, песню о старой танцплощадке. Вот идем к ней. Посмотрим, где она у нас, в каком состоянии пребывает. Все, поглядим. Вот. Полная бесхозяйственность. Как было, так и есть. Мы так и поняли, что тут больше ничего не изменилось. Вот. Кругом только один срач полный. Большой срач. Буквальным образом. Вот у нас такая танцплощадка пребывает в таком. В таком положении она у нас пребывает. Комар над ухом запищал. Ну и что? Ничего не изменилось. Кругом только один бардак сплошной. Это называется у нас городской парк. Это у нас называется все относительно, не знаю чего. Здесь все как и было, так и есть. Полный бардак. Полный бардак. Вот грязь. Все. Кругом одна шняга. Насрано. Насрано и больше ничего. Битые бутылки, склянки, банки. Тоже больше ничего. Вот такой вот у нас в таком состоянии у нас пребывает
старая танцплощадка, которую можно восстановить, с которой можно также и иметь какую-то коммерческую прибыль. Итак, дорогие дзержинцы, уважаемые люди нашего города, поглядите, в каком состоянии пребывает танцплощадка старая, которая могла бы быть полезна в наше время. А городские власти, опять же, на это все засунули подальше. Власти парка тоже абсолютно ни черта не делают. Хотя такая площадка уже должна быть давно сделана по-хорошему, отремонтирована. И уже бы люди бы, как раньше, здесь проводили свой досуг вечером, танцы и все прочее. Можно было даже бы и здесь устроить какую-то и дискотеку, да все прочее можно здесь устраивать. Вот. Но у нас еще досюда, видать, глаза у властей не дошли. Руки у властей парка не дошли. Видать, все вот так вот махнули рукой. А, бог с ним. Человек что-то пытается, но ничего не сможет. Нет, я смогу. Это все будет опять в интернете. Так что знаете об этих вещах. Вот. Дзержинское телевидение здесь никогда не будет. Ни в коем разе. О, здесь и не надо дзержинскому телевидению быть. На какой черт снимать такую грязь? Такую шнягу. Не, мы снимем лучше, где что получше в городе. А что плохое, мы не будем снимать. Вот такой девиз у нас телеканала Дзержинск.